покажет группа одуванчиков. Театр называется «Мешок яблок». Написала эту сказку Сутеев. Вы, наверное, сами догадались по дереву, что сегодня нас ждет интересное представление. Смотрите, давайте похлопаем артистам. Итак, сказка начинается. Жили-были заячья семья. Папа заяц, мама зайчиха и 5 маленьких детишек. Однажды у зайцев закончились припасы. Что же делать? Правильно, папа заяц решил пойти за припасами. Смотрите. Я несу яблоки набрал для своих зайчат.
У меня же зайчата. Да. Хорошо. Дома зайцы папу ждут. Все по-разному зовут. Ого. Ушастик, пушистик, звонок, прыгунок. Все по лапкам, скок да скок. Четыре сыночка и лапочка, дочка. Четыре сыночка? Да. И дочка. И дочка. Ох, как хорошо. Хочешь, дядя Миша, я тебя угощу яблоками? Ну, давай. У меня их много. Ой, ну какие у тебя кислые. А, ты думаешь, не понравится зайка, да? Хорошо, освежает. Да. Спасибо. Ну, на здоровье. Хочешь еще дам? Нет, спасибо. Да? Ну, пока. Нет, мне до дома надо дойти. Успеть. Пока, дядя Миша. Нет, нет. Там же. А что надо сказать? А? Что надо сказать? Спасибо. Спасибо. На здоровье. Ну, давай. Пока. Да я был из Кики. Пока. Надо угощаться. Да. Вилочка же маленький. Он не может в лес пойти набрать. Вот, я и помогаю. Дайте вы мне так давай. Ой, обрадуйся, мои ребята. Если бы у тебя была бы корзинка, я тебе еще больше дала. Или ты утром пьешься на мель-мель. Два яблочка. Два. Угощайся. На здоровье. Маленький мешок. Пока. Ничего, у меня еще есть, у меня еще много. Всем хватит. Так, 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 зайчиха дома.
мы что-то опаздывали. Давайте я лучше вам расскажу сказку про колобка. Хотите? Да. Жили-были дедушка с бабушкой. Они жили очень далеко в лесу. У них не было детей. Однажды бабушка решила испечь колобка. Взяла она муку, принесла дедушке им водичку, и она приготовила колобок. Колобок я уже хочу. Потерпи, родная, сейчас бабочка придет. Сидите, я тоже хочу. Сейчас папа придет и гостиницу нам принесет. Сидите мирно и слушайте дальше. Папа что-то опаздывает, мои родные. Уже потемнело. Это нету. Пойдите. Сидите мирно. Что интересно делают мои ребятки, а?
дома, плачу. Все папу ждут. Соскучилась. Ну все, отдохнул. Пойду-ка я дальше. Так. Ой, тяжело. Ой, тяжело. Один, два, три, четыре, и лампочка.
одуванчик, коврочек. Давай, ну, как я сказала, у меня 4 сыночка было. Эльдарик, Сулейман, Яким и Раульчик, который постоянно всем дверь открывал.